Всем привет! Находимся мы сейчас в городе Жидкости. Сейчас у нас 7 марта. Находимся возле Евроопта. У нас вот Евроопт наш Жидкости. И вот стоянка. На этой стоянке снег не чистился. Ровный с бордюрами, 20 сантиметров сбитого снега. Место стоянки. Здесь находится озеро. Можно брать весло и плавать. Вот стоит машина моя. Еле заехал сюда. Хорошая такая вот картина. Между машин такие вот сугробы лежат. Каша, грязь. Можно пустить с утра трактор почистить, но никому до этого дела нету. Везде находятся сугробы и грязища. Такое отношение у нас к людям. Вот ты езди в сапогах болотных резиновых. Делитесь видео, чтобы все видели. Напомню еще раз, это город Жидкости, Гомельская область. Всем спасибо за просмотр. Удачи, до свидания.